Чи хотіли би ви миттєво вирішувати логічні задачі, складати кубик Рубіка? А якщо так, то якраз зараз ми зможемо розказати вам, як це правильно робити. І дуже швидко. Бо у нашій студії Дмитро Лозенко, тренер з розвитку логіки, пам'яті, швидкочитання, конфліктології та вирішення винахідницьких завдань. Ось так, стільки всього ви вмієте, пане Дмитро, раді вас бачити. І що дуже нас потішило, це те, що тут на цьому столику зараз велика кількість, це, мабуть, усе, що є на сьогоднішній день, різних логічних задач. Так? Логічні, як це правильно назвати? Логічні вправи, так? Чи що? Так? Ну, є хороше названня – головоломки, да? Тобто то, над чим поламати голову. Та над чим поламати. Є такі серед них, над якими ви ще й досі ламаєте голову? Однозначно, так. Да. То есть, смотрите, вообще, ну, мир кубика Рубика, он такой огромный, он большой, очень интересный, и он был придуман, вообще изобретен был в 1974 году Эрнестом Рубиком, он был профессором кафедры архитектуры. Угу. Так вот, он изобрел его для студентов, чтобы у тех тренировать пространственное воображение и теорию математических групп. Ибо, как выясняется, у нас природа наделила 2D воображением, и чтобы развить 3D, необходимо какие-то тренажеры. Вот этот тренажер он придумал, месяц его сам собирал, правда, еще, вот у него, чтобы найти первый алгоритм сборки, да. И после этого уже кубик Рубика превратился вот в такую самоорганизованную систему, которая продолжает расти, развиваться, преобразовываться всяческими... А кто это все придумает далее? Вот так у меня такое ощущение, что китайцы, вы знаете. Потому что каждый раз появляются новые головоломки, ты уже не успеваешь, в принципе, их осваивать. Какие-то основные осваиваешь, на этом останавливаешься, идешь дальше. Я постараюсь вот сегодня в этот мир немножко ввести. Да. Пане Дмитро, ну які, ви тоді все одно ви не сказали, над якими ви ще досі думаєте. Це які? Покажіть. Так, смотрите. Мені просто цікаво, я знаю, що ви майстер, і для вас невирішених задач не може бути. Ну, как говорит теория решения изобретательских задач, у любой проблемы есть минимум 2 решения. Вот, да, поэтому нерешаемых задач, естественно, нет. Есть задачи, которые интересно решать самому, интересно решать в процессе. Вот одна из этих задач, то есть головоломки вообще, вот те, которые здесь, они двух типов. Первый тип – это на основе кубика Рубика. Это вот я так постарался их немножко вынести, да. Есть гибридные, а есть вот те, над которыми я до сих пор сижу. Вот головоломка, она достаточно элементарная, называется она скьюб. Почему от английского скью скручивать? Видите, то есть он вращается не как кубик Рубика, да, там, так, влево, а вправо, наискось. Да, 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 да. И у него, соответственно, есть свои какие-то определенные алгоритмы сборки, которые вот я сейчас покажу, как из него, например, сделать такой рисуночек небольшой. Вот, да, тут взял, перемешал, вот так, весь, ладно, да, ну, да, да. Бачите, можно и так. Вот, это достаточно простая головоломка, но китайцы добавили к ней еще 4 элемента, и получилась вот такая головоломка. Собираются они плюс-минус одинаково. Видите, вот дополнительные элементы. Здесь их нет, а здесь они появляются. Тут появились просто 4 угла. Здесь еще есть серединки или ребра, как называется, в кубике, и углы. И вот эту головоломку я только вчера научился раскусывать. Видите, половину собрал, половинку, ну где-то вот недельку заняло с удовольствием, не подглядывая в YouTube ни в какие формулы, просто тихонечко ее собирать, чтобы... Это треба каждый день сидеть и крутить? По чуть-чуть, да. Потрошки. Конечно. Да. Да. Есть правило интервального повторения, не надо напрягаться, но надо делать каждый день. Так, да. Пане Дмитро, а я дивлюсь, тут есть такие интересные варианты, ну, например, вот этот. Кубик на шестеренках. Одна из самых простых головоломок в принципе. Ага, так, так, он работает за таким самым принципом, но очень интересно он выглядит. Просто такой, как с разными такими основами. Смотрите, да, то есть головоломки, ну, вот вроде бы кажущийся ужас, ужасный ужас, да, все, вот перемешали, и что с этим теперь делать? На самом деле ничего ужасного в этом нет, просто необходимо определенное знание, да, определенные знания алгоритмов, работы кубика. Вот, вот так вот он не соберется, это я уже понимаю. А скажите, вот это всем потребно, как вы думаете? Є люди, які взагалі не дуже люблять логічні задачі. І от немає в них хисту до того, щоб це все складати. Може, їм навпаки треба ще більше
працювати? Хороший вопрос. А как вы считаете, математика всем нужна? Я вважаю так. Вот, да, то есть, для вирішення логічних задач. Как минимум на рынке могут обсчитать. Да? Звичайно, ну так, хоча б. Да. Так вот, так. Смотрите, те, кто занимается кубиком Рубика, в принципе, они, у них с математикой становится очень все хорошо. Я тренер, основное мое занятие, тренер по развитию памяти. И я вот давно-давно обратил внимание, что те, кто сначала проходит кубик, а потом развитие, видите, еще могут вот так вот флипаться ребра. Угу. Те, кто изначально проходит сначала тренинг по кубику, а потом по развитию памяти, класс. Они очень-очень хорошо, да, разобрал-собрал, они очень хорошо справляются с математическими задачами. То есть на самом деле кубик – это еще вот теория математических групп. Здесь на любое есть два алгоритма, любое движение. 0-1, да? Угу. После кубика хорошие программисты очень получаются. Так, он жесткий, алгоритмизированный, да, игрушечка. Есть, можно по часовой стрелке алгоритм, есть против часовой стрелки алгоритм. Угу. Вот. И все движения кратно 3, потому что кубик 3×3. 3×3. А вот цей, дивите, он какой-то такой золотой. Кубик 3×3, да. То есть, смотрите, вот сначала придумали кубик. Я буду так потихоньку рассказывать. Вот это обычный кубик, вот он, 5-7 сантиметров. Для чего? Потому что его удобно крутить двумя руками. Видите, вот, то есть, вот. Угу. Достаточно быстрый, достаточно хороший. Вот, я бы сразу так начал с рекомендации. Не покупайте кубики дешевле 100 гривен, пожалуйста. Вот, потому что, да, ими очень тяжело работать. А, они разваливаются потом? Да, заедают, разваливаются и прочее. Тут вот так есть у вас маска. Есть даже масло, так? Чи да, олія, да, да, да. Нет, им я смазываю кубик, который у меня есть. У него 40 лет этому кубику. А где он? Ветеран, я его не брал. Вы что, он стоит на полочке. Да. 40 років? Да. Это еще тот, который делали в Венгрии в кооперативе. Да. И моя мама потратила, скажем, месяц жизни на то, чтобы этот кубик достать из Венгрии при Советском Союзе. Поэтому, да. Так вам просто так довелося? Очень хотел собрать. Судилося займатися такой справой. Вы знаете, даже не подозревал, что мне когда-то это пригодится. Вот. Но один из учеников спросил: Дмитрий, а вы можете? Я говорю, да. И начал восстанавливать алгоритмы. Да. Алгоритмов сборки очень много кубика. Разных. Есть спортивные алгоритмы, есть учебные алгоритмы, есть так называемые пиф-пафы, очень дети любят вот такое название, пиф-паф, постараюсь рассказать. Вот это кубик для двух рук, а это кубик для одной руки. Почему? Я еще коснусь темы нейробика, гимнастики для мозга. Двумя руками собирать два кубика. Это высший пилотаж. Я не знаю. Да. Не-не-не, это все очень хорошо. Это способствует развитию и математических способностей, и два полушария включены, оба работают, левое и правое. Тобто ви можете ще й творчість розвивати, так? Логіку, творчість. Конечно, конечно. А творчество такой же навык, как все остальные, тоже развивается. Как хорошая память, как быстрое чтение. Для чего хорошо. А як ви так можете? Можете двома руками скласти? Да, конечно. Сейчас мы к этому подойдем. Да, хорошо. Давайте я покажу. Так просто цікаво, як ви це робите. Смотрите, і от на основі от этих кубиков 3×3 начали делать 4×4, 5×5, 6×6. Вот это вот обычные кубики Рубика, но, скажем так, у 4×4 появляется такое понятие, как паритет. То есть вот здесь не может перевернуться ребро так, чтобы его не собрать, у кубика 3×3. То есть он очень логичен, и мало того, он железно собирается всегда в одно и то же положение. Этот кубик, у него переворачиваются ребра, меняются местами углы, и нужны отдельные формулы, понимание, пространственное воображение, чтобы собрать. 5×5, 6×6, все то же самое. На сегодняшний момент самый большой кубик, насколько я знаю, 19×19, да, такий величезний. 3 кілограма стоїть $1000, да. Ну, так, а чим він відрізняється ж такий самий? Ну, інтересно собрати, ви просто знаєте, великий. Да, конечно. Ага. Вот, так, ви вже запутали. Я вже запутав, да. І чим отличається чоловік, от, наприклад, да, я люблю собирати кубик Рубика. Дофамин, который выделяется при сборке кубика Рубика, ну, дофамин, гормон удовольствия, от решения творческих задач, он намного больше, чем от всего остального. Нічого собі. От да. Ви склали, ви вже відчули себе королем, ну все, я вже все зробив у цьому світі. Лицо ребенка, який перший раз собрав кубик Рубика, це вот повний набір откровенного щастя. І, ну, я пам'ятаю, я колись теж складала, у мене був в дитинстві, знаєте, отакий трикутник. Я його коли перший раз склала, це просто було щось, ну, неймовірне. Я не могла повірити, що взагалі. Але він дуже так просто і швидко складається, і потім вже доходиш до того, що треба скласти на час, а чи можеш ти швидше, а ще швидше. І це справді дуже велика радість. Я тут з вами погоджуюсь. Ага, ви так гарно, ну, смотрите, склали. Да, я потихонечку собрав білий крестик, поки ми з вами розмовляли, і не торопясь собираю. То есть для меня на данном этапе скорость не сильно важна.
А, можно правой рукой складати, а потім задіяти ліву. Чи конечно, одночасно? То есть в любом случае, ну, извините, операционные системы типа Windows и Linux, они тоже не работают. Одночасно не можемо. Да, они делают одну задачу, потом выполняют другую задачу. По очереди, просто быстро. То же самое, точно так же работает наш мозг. Сначала решается одна задача, потом вторая задача. А якою у вас правою чи лівою краще виходить? А вы знаете, левой. Я очень долго ей тренировался, и у меня получается теперь левой лучше, чем правой. Хотя я правша. Угу. Вот. Есть специальные, ну вот я же говорю, есть искусство нейробики, вот, специальное, которое помогает левое-правое полушарие. Ну тут угу. Это высший пилотаж. Так. Та ви вже тут стільки всього ні, це поки що, да, вмієте робити. А я дивлюсь, у вас то букви змінюються, то щось там таке, кольори з'являються. Угу. А я дивлюсь, ви вже одночасно можете і правою, ну, і лівою. Ну так, так, так. Це от таке якраз наоборот, зараз для мене вище удовольствие, це як алгоритм різної сторони. Вот это тут вправо, влево надо, а здесь вправо, сюди, да. И ты сидишь и думаешь, да, ага, это надо сюда. А вот сейчас в одну сторону, ну, не очень интересно, ну, как правильно сказать, все равно телевидение, какое-то волнение есть. Трошки хвилюйтесь, да. Але ж все одно вы все это складаете, досить-таки швидко. Да, право. И опять же, концентрация внимания. То есть, ну, Юлий Цезарь, по слухам, мог делать одновременно три дела. Читал, писал и разговаривал с разными людьми. Ну вот вы зараз разговариваете. Хотя бы два дела одновременно, да, можно как-то делать. Поэтому вот мы сейчас собрали. И тут треба еще тренировать память? Чи не обов'язково? Конечно, да, да, все алгоритмы. Що, який колір був там, и чтобы не сплутати его с іншим, повернути ж назад его треба. Правильно, так? Да, мы сейчас еще про законы логики поговорим. То есть есть четыре базовых закона логики, которые на примере кубика очень хорошо тренируют. К сожалению, у нас сейчас в школе логика не преподается. Очень бы хотелось, чтобы это происходило, так как наша цивилизация полностью построена на законах логики. Ну, да, то есть... Логичні задачі, їх можна навчитися виконувати. Тобто знати той алгоритм, який повинен бути. І з часом у вас вже буде виходити, так? Да, да. Тобто ізначально йде річ о чому? Тобто просто учишся алгоритмам. Тут алгоритм, от якраз у мене зараз... Виходить у вас вже? Вже швидко. Я бачу, що лівий у вас вже майже-майже. Ще там трошки треба докрутити, і майже він буде готовий. Да. Угу. Ні, ну, подождіть, зараз. Тут у мене є такі речі, да, я коли говорю дітям, що говорю, буває засада. Вони кажуть, а це як? Я говорю, а ось так ось. І от якраз, коли ти куди-то торопишся, що робить, випадає в першу чергу? Ну, да, як же, так і буде. Да, якраз засада. От та засада, ну, нічого, которая... Пане Дмитро, я ще ось вам буду вскладнювати. Давайте, вашу задачу. Я буду запитувати, що це таке. От те, що ви принесли з собою. От я дивлюсь, тут така, ну не знаю, це такі якісь залізні дротики. Чи що, що це таке взагалі? От це проволочні головоломки, одні з самих простих. Так. І що треба з ними зробити? А ви бачите, вам треба і складати, і відповідати, і думати. Я дуже хочу зараз вам дати попроще головоломку, таку, щоб я теж... Щоб ви, да, іспитали удовольствие. Щоб я вам більше нічого не запитувала вас, да? Да, да, да. Я так і знала, що так буде. І взрослі, і діти, люди, вони, коли даєш їм якісь головоломки... Мовчать. І вони увлечено починають їх збирати, розбирати, да. Я, чесно кажучи, не розумію, що це таке взагалі. Ви хоча б розкажіть. Вот смотрите, сейчас необходимо сделать, разъединить одну головоломку, ту, которую я вам дал, попробуйте, разъединить ее сначала без применения усилий, а потом точно так же ее соединить. Ой-ой-ой-ой. А я пока вам соберу, дособеру два кубика двумя руками. Ну, добре, це ви вже так спеціально хитрощі такі використовуєте. Ну, дивіться, я от так розкла... Ну, правильно? Отлично, шикарно. Ну, нормально? Ну, все хорошо. А тепер обратно. А тепер назад. А тепер, да, то есть, как бы розбрали і... Ну, назад хто знає, як тут? Да, очень нравится всегда молодому поколению разобрать все кубики Рубика, которые им попадаются. Вот. И у меня любимая шутка, что пока не соберете, домой никто не уходит. Так, я тут довго буду сидіти. Я вже розумію. А ви тим часом, бачите, як тільки дали мені завдання, у вас все пішло непогано. Ну, все вже, так. З правого боку ви вже зробили. І залишився у мене второй. Смотрите, то, що я збирав кубик, це учебний алгоритм. Ну, это есть метод Фридриха, которым собирают спидкуберы. И в Днепре, кстати, есть человек, который собирает закрытыми глазами. Вот этим методом. Это учебный алгоритм. Почему? Потому что этим алгоритмом собирается большинство. Ну, вот давайте я исключу вот эти головоломки, которые стоят особняком. Вот это все собирается учебным этим алгоритмом. Так. Он простой, доступный.
Да. Знаєте, ви знали, чим зайняти, чим мене зайняти. Я не знаю, а от дивіться, якщо я це зроблю ось так, це ж неправильно. Ні. Смотрите, ну, логіка проста. Є два паза. Один паз і второй. Ну, наверное, їх треба соединити. Так, тобто один в другий. Так, один в другий. Да. Так. Але ж вони не складаються. А, складаються. Ні, це опять з применением усилий. Да. Це знову з силою. Да. То есть все очень просто, логично. То есть если есть два паза, то, наверное, один в другой продевается. Як просто, пане Дмитро. Ну супер. Да, бачите, есть более сложные подумать. Головоломки. Ну там, к примеру, снимите кольцо. Хотя, опять же, эта головоломка относится к разряду простых. Был такой пример, на японском телевидении пришел японец, который в течение 10 лет не мог разобрать головоломку. 10 роков? 10 лет, да. И он дал клич, в Ютубе есть. И он дал клич на телевидении, что придите, помогите. И пришел, в Японии есть мастер по сбору веревочных головоломок. Пришел этот мастер. И на его глазах за минуту разобрал эту головоломку. Я уявляю, какое было здивування. Та в нього, мабуть, була істерика. Та я вже бачу, да. Так, що у вас от все ми зняли головоломку, ну, вірніше, кольцо, да, і точно так же можна його обратно одіти і... Ну, то бачите, ви якось так проводили через якісь пази весь час. Ну, тобто, треба подумати. Ну, я думаю, що тут час якийсь повинен бути для того, щоб це все зробити. Пане Дмитро, у нас небагато часу з вами залишається. Хочеться все ж, ну, з кубиком Рубіка ми вже розібралися. У вас ще якесь яблучко смачненьке тут лежить. Це кубик 3 на 3. Це що таке? Це звичайний кубик 3 на 3. Тобто, ну, ізобрели багато головоломок, які... Видите, вот я смеюсь, говорю, что я по ночам скручиваю кубики. То есть вот у меня такой Я не сомневаюсь. Да. Это правда. Есть вот кубик, например, который называется мельница windmill, да? Ну, вот он имеет вот такую вот форму, да, если Ой, такой гарный. Да. Они являются ответвлениями кубика, который вот имеет какую-то такую интересную особенность. Вот это кубик Фишера, да, называется, вот известного шахматиста, математика, который тоже меняет форму. Есть вот мегаминкс и киломинкс. Вот, тоже килограмм весит, поэтому киломинкс. Это тоже кубик Рубика. Так, ну, их есть... сложнее складать? Вот чем больше такая форма закрученнейшая? Дольше. А, дольше. Дольше. Но на самом деле он очень простой. Ну, его легко освоить. А вот этот кубик, вот, например, 5 на 5, это, в принципе, вот кубик 5 на 5 обычный. Из него сделали такой киломинкс. Вот самая сложная головоломка, которая здесь есть, это называется мастер пироморфикс. На самом деле тоже кубик 3 на 3, но мастер пироморфикс меняет не только... цвета, но и форму. И поэтому в разобранном состоянии он представляет из себя, да, нечто, вот сейчас попробую как-то его пострашнее скрутить. Та вже видно. Вот, смотрите, да. Як його потім назад зібрати, так, щоб ще й форму, і колір покласти на те саме місце, яке було. Якщо кубик ставить на місце мислення, то этот ламає його опять, да. Але треба, щоб і це було у вашому житті, щоб ви могли думати логічно з одного боку, з іншого. А оці от, у вас тут є ще головоломки, що то таке? Ось такі. А це от розвиття от цих головоломок. А, це те ж саме, так? Да, тільки да, тут да, вже да. З інструкції. Тут написано, вони більш закручені, у них є якісь какие-то дополнительные... Ага, вот видите, кольцо сняли предыдущие мои студенты и обратно не одели. Вот, вот эта головоломка из этого разряда, который там, как это кольцо 4 раза прокручивается, прежде чем обратно одевается, это, соответственно, назад. Это все развивает... Ну, вообще есть теория, что благодаря мелкой моторике человек стал разумным. Вот, почему рыбы неразумны или там обезьяны не собирают, там не лепят же ничего, никакого гончарного искусства. Поэтому вот один из элементов того, что мозг можно развить еще, апгрейд сделать, то вот с помощью таких вещей, как двумя руками два кубика. Пане Дмитро, ну ви сьогодні вразили. Двома руками розбирали, складали, ми побачили, що ви все це вмієте робити, і ще й з додатковими задачами впоралися, ще й розмовляли, ще й встигли мені завдання дати. Тож, насправді, дуже цікаво все це побачити, і ось той світ, з яким ви нас познайомили, він просто неймовірний. Стільки є головоломок, вони всі настільки цікаві, і дуже шкода, що наші діти, на жаль, не всі розуміють, наскільки їм це потрібно. Важливо. Ви знаєте, як, ну, я искренне вважаю, що найголовніший навик, який у людини має бути, це навик ізобретательства. Тобто, як вміти із будь-якої ситуації извлечь для себе пользу і удовольствие от этой, ну, от як там дофамін і прочее, і передати от дітям тот процесс, что ни алкоголь, ни курение не дают такого качественного вот удовольствия, да, откровенно,
как рішення каких-то творчих інтересних задач. Це правда. Пане Дмитро, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за те, що так змогли цікаво розповісти про усі ці головоломки. Ну що, я буду далі складати. Все ж, хоча б одну та треба скласти, як ви кажете, так? Не підеш звідси, поки не зробиш. Це правда. Це треба, щоб кожна людина могла в своєму житті дозволити собі попрацювати логічно. Подумати. Це не складно. На самом деле, да. Ну, я думаю, що ви мені допоможете. Дякую. Будемо чекати ще вас у нашій студії. Я вам бажаємо вдалого понеділка. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.